29 октября Светлогорск принимал участников республиканского воркаут-тура «Сила Беларуси». Организован он молодежным спортивным общественным объединением «Федерация воркаут». Тур проходит при поддержке администрации президента и Министерства спорта и туризма Беларуси. Показательные выступления спортсменов проходили в детско-юношеской спортивной школе номер 2. Заместитель начальника отдела образования, спорта и туризма Наталья Шатила отметила, что в Светлогорске воркаут с каждым годом становится все популярнее и выразила надежду, что нынешнее мероприятие вызовет еще больший интерес к этому виду спорта. Воркаут – это любительский вид спорта, включает в себя выполнение различных упражнений на уличных спортплощадках. Основной акцент делается на работу с собственным весом и развитием силы и выносливости. Уличные гимнасты организовали для светлогорских школьников мастер-классы, показательные выступления и различные конкурсы. Подобные мероприятия спортсмены планируют провести во многих городах Беларуси. Завершится воркаут-тур 20 ноября в Минске.